Итак, как говаривал старина Джон, те, кто сидит на дешевых местах, похлопайте, остальные просто побрянчите драгоценностями. Как органично звучат аплодисменты и звон драгоценностей только здесь, на бирюзовой Катуне, это возможно. Итак, мы начинаем наш концерт, который открывает группа «Мы». Группа эта очень старая, ей буквально 4 дня. Недаром они, не мудрство и лукаво, назвали себя просто «Мы». Итак, «Мы» и Джон Леннон где-то рядом с нами. Life together, we're so precious. Together, we have grown. We have grown.
Still you don't regret.
Спасибо! Конечно же, о любви. Что примечательно, у Джона Леннона все песни почти о любви. И у нашей группы тоже. Мы их поем на разных языках, а он пел только на английском. Find that I choose to do and break my heart.
Не обижай меня, не опускай меня. Вот так вот, да? Ну, дословно. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы радуетесь. Спасибо, что погода вас не испортила. Продолжаем группа «Мы». Могла бы продолжить группа «Мы». Ее фронтмену и померили давление, дали таблеточки. Оказалось, что группу «Мы»-то представляет только Сергей Михайлович Орехов. А вокруг него роится, конечно же, всеми любимая группа «Граффити», город Барнаул, и на баночке Сергей Орехов. Thank you.
Yeah.
Еще две. Yeah.
концерт «Плутон». А эта песня специально прозвучит для нашего скульптора Володи Волчишина. Thank you.
Спасибо большое всем. Группа «Граффити». Группа «Палм Бич 04». Группа «Парадарива». Группа «Мы». Фрагменты группы «Девять». Огромное спасибо администрации Алтайского края, резидентам особой экономической зоны Бирюзовая Катунь и лично Владимиру Вайчишину. Если бы не вам, этот праздник, не знаю, удался бы или нет.